новостям культуры. Голливудский актер Мэтью Мерсен заявил, что верующие должны быть в киноиндустрии для того, чтобы менять культуру. Об этом актер заявил на Всемирном дне молодежи в Мадриде. 38-летний актер, который снимался в таких фильмах, как «Падение черного ястреба» и «Трансформеры», предлагает объединиться всем католикам, чтобы создать фонд, который смог бы оплачивать проекты и фильмы или даже выкупить студию. По его словам, в противном случае проекты, которые продвигают или отображают христианские ценности по всему миру, не будут сняты. Мэтью привел в пример знаменитый фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы», на финансирование которого режиссер искал средства с огромным трудом. Актер рассказал, что в будущем он планирует снять фильм об осаде Мальты в XVI веке, когда христианский рыцарь святой Иоанн нанес поражение мусульманам Османской империи.